станет рассвет, и следы на постели напомнят про счастливую ночь. Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. По 16 устали целоваться, ты взяла мою футболку. В этом нет толка, это я дурак ошибался. Зачем я так влюблялся в детство, помню наше место. По 16 устали. Дорогие друзья, спасибо большое вам за просмотр данного видео. Если понравилось видео, обязательно ставьте лайк, буду выпускать такие видосы почаще. Но если ты хочешь также играть на гитаре и петь, как я, то для тебя я оставил в описании под видео мои самоучители, которые ты можешь проходить в домашних условиях и уже научишься петь, освоишь базу гитарную, базу вокальную. Я тебе покажу, какие упражнения я пел сам, чтобы развивать мой вокал. Ну и хочу сказать напоследок, что ты можешь зайти на мои самые первые видосы и посмотреть, какой прогресс в вокале и в игре на гитаре я проделал за эти годы. Потому что я постоянно на ютубе, на глазах у всех выкладываю свои видео, каверы. И как бы я ни старался, вначале не так было все гладко и круто. А сейчас уже развивается мой собственный стиль. Техника растет. Так что открывайте видео за 2014-2013 года и смотрите, какого качества мой вокал и игра на гитаре. И это говорит о том, что все развивается, просто нужно петь и заниматься. Ну, конечно, многие не знают, по какой программе заниматься, есть такое. И для такого случая у меня есть мои самоучители, где я пошагово провожу людей по собственному маршруту развития вокала и гитары. Проходите, занимайтесь и пишите свои отзывы в группе ВКонтакте.